согласен. А чего украсть, может, что-нибудь? Не, вот там, понял. Или ты просто проверяешь? Да, так. Надо сумочку вынуть домой. Значит, девочку кто-то тянет? Крым. Крым? Крым, Крым дети. Солнце дети. Просто Спартакал не лучше. Стоит очень голый. Мочтывый зашел просто. Да, кто? Нормально стал? Кто? А, это же здесь было, да, как раз? Знаешь, как вот здесь. Запущить был народ. Бля, это только Вова мог объяснить. В этой раздевалке это было? Да. По-моему, здесь. Нет, это здесь было. Волгограде. А, в Волгограде было, да. Небольшое усилие. Нежник. Небольшое усилие. Нежник. Не могу вам помочь. Ну, давай нам подключим. Да. Не переживай, вам на ты. Я специально. Все, дальше ты знаешь, да, как делать? Нет. А, просто. Ну вот, ты спец. Все для тебя. Красота. Все для тебя. Я еще с баристой подрабатываю. Да ладно. Да, смотри. А кем ты до футбола подрабатывал? Знаешь, не пошло все уже. Знаешь, чувак из Албании официантом работал, из сборной Албании на Евро был, работал официантом, и через 2 года после этого его купил Интер. Он играл за какую-то команду скромненькую там, и работал официантом параллельно, потом перешел в Интер. Писарский, что ли? Только хотел сказать. Почти. Почти, да. Нет, этот уникальный человек. Команда, команда. И все поставят тише, и все поставят. Ну, типа, 10 человек, все дети, трое. Так, остальные. Я, кстати, да, Монако, кстати, тренировки показывают на клубном канале. Какой-то мозг. Осознание, что не болит. Там прям хорошо смотрят. Ну да, какой-нибудь. Реал Мадрид ТВ вещает круглосуточно. Я Баварию видел, как компания дел вначале. Ага. Прикольно посмотреть. У нас бывает типа открытая тренировка раз где-то. И месяц и так. Приходит там тоже народу. Есть открытая, есть просто типа для семей. Угу. Тоже там, типа тоже чувак с микрофоном там освещает такого. Прикольно. А потом какие-нибудь барбекю? Нет, там, короче, ну там есть всякие стартеры, приносят покушать, там посмотрят. А так просто, ну, у нас просто игровая без всякой так. Нет, это. А вчера попкорн был зеленый. Тебе хотя бы дали его. А он не дали? Так и не дали. Ни воды, ни попкорн. Не дошли до нас. Да, он главное сказал, сейчас принесу. Ушел, пропал. Все, не взял. Ну, вкусно. Спасибо. Не расстраивайся. Приятно, что ты понял. О, нового ведущего, которого прекрасно знаете. Вас болельщики приветствуют. Мы там отступаем 3 метра на боковой линии поля, поворачиваем с лицом болельщиками в 2 шеренги. Такой будет коридор между площадками. Передаем слово капитану команды. Он приветствует болельщиков, говорит спасибо за то, что собрались. Кто, Александр? Говорит, Александр говорит. Приветствует болельщиков. Ради фан, там даже да, на воротах можно поставить там. Ну, больше может, голов, больше эмоций. Кто-то из вас может меняться ворота. Смех. Вратарей не будет, там да. Два вратаря, все, можно да. Меняться. Общий полевые тайны, ворота. Это час действия. Почувствуйте себя тренерами и вспомните детство, когда вам нравилось с мячами. Не без мячей, но вот, а именно с мячами. И было весело. Также для детей проведите. Час действия общий тайны. Они очень ждут встречи с вами, поэтому хотят с вами повзаимодействовать. Давайте подарим им этот проект. Ну и плюс уже на трибунах тоже собирается 3000 где-то. Все хотят посмотреть, как это будет. Давайте сделаем проект. Давайте сейчас скажу. Пойдем прокипы. Все равно. Бахачкалинский. На китайце сверишь. Надо типа круга пустить. На китайце вариант. Как вчера в кино. 5 километров побежали. Поставьте конусы какие-то. Пускай там пара. Обвел пару. Я буду как Луис кричать. Эй, блин. Давай. Доброе утро! Мы трака сейчас возьмем по-любому. Он на пике сейчас, понял. Доброе утро! Ты горло? Да. Снять не понравится? Так, мальчик. А, Леха, это ты. Я думал, уже упражнения надо показывать. Нет.
Серег, ты у нас какая-то как тренер. Я думал, что это знаете. Не знаю, да, придумаем. Не думаю, да. Жигрицы — это разные вещи. Маленький и толстый? Как я могу быть не жирным, но толстым? Прикинь, у меня так получается. Вот я худой, но жирный, видишь? Нет, как можно быть? Проверяет, между прочим. Не жирным, но толстым. Обман. Фу. Не надо мне. Два или не два? Не, с тобой точно нет. Чуть-чуть недолечил, нормально. Ты как? Нормально? Еще тоже вот тут в Москве двигаюсь, да? Нормально. Привет. Привет. Как видишь, еще живой. Все хорошо. Но это главное. Как будто 28 лет. Хорошо, Глеб, хорошо! Чуть ускорились! 10 тысяч! Глеб, сам потянешься! Круг, круг! Давай, в круг, мужики, в круг! Так, друзья, важный момент, сейчас Олег Георгиевич предлагает Баринову свисток. Давай, Луис, давай! Все вместе делаем! Круг! Глеба смотрит на Глеба! Давай, тянемся, ребят! На этого дядю бородатого! Давайте другую ножку! Ага, хорошо! Сейчас работает открытая студия «Бука». Динамично все обсуждается. Посмотрим, что здесь, ребят. Там группа и здесь группа. Здесь вижу группа. Встаем, где мяч, а вы здесь. Доброе утро, ребята! Поехали! За какой будем болеть? За Спартак! Вот, конечно, молодцы! Долго ехали? Долго ехали, да? 8 часов. Давай.
не попал, два отжимания. В общем, прямо сейчас здесь в команде Голубина стоит, а ребята из Белгорода. И у нас пока... Хорошо. Вот мяч. Да, квадрат. На метро. Раз, два, раз, два. Ага. И кто играет внутри? Мяч. Здесь, 10 метров, 20. Да, передача туда? Да. Как его убить? Да. Но мяч нужно. Одна станция. Кто идет? Рядом линия. И вторая станция. Кто идет внутри квадрат? Сейчас, знаешь, скажу. Да? За Махачкалу никто не ладит. Давайте, пацаны, сейчас аккуратно ставим, за руки беремся. Их больше. Андрюша, не потери, Андрюша, давай. Давай, руку. Давай, Спартак. Как фоновые колготки заходят в центр. Что, ну, хорошего вечера. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Сеньков, легенда. Легенда, все знают. Все, спасибо. Мы берем сюда, что у тебя легендарный. Давай, меня один, быстрее. Ты сейчас зайдешь, смотри, я тебе сказал. Давай, пацаны. Оп, Денис, Барлач, во дворе, давай. Убирай. Что, получил? Тебе юбку подарить? Я тебе юбку подарю, чтобы не пролетало. Значит, скоро поиграешь? Откуда ты приехал? Из Белгорода? Да, я его повожу. Повозишь, Головина? Это амбициозно. Он на тебя посмотрел. Саш, тут угрозы уже летят, я вообще... Он на тебя пальцы показал. Я ничего не понимаю. Приехала белгородская братва, и сейчас будет возить Головина. Конечно. Так, а еще кого повозишь? Всех абсолютно, то есть лишь да, они все славные. Мы с Степой на весь Динамо наговорили, конечно. Ой, Головин! Плохо играй! А, Маша, ура! Распишитесь, пожалуйста, Вы не расписаться.
вами Горшков, подготовка только с командой номер 2, с командой номер 3. Можно на кусок, пожалуйста? Английский и итальянский. А вы английский учите? Да. Так или вот? Да. Ну, да. Или в карты играете, честно скажите. А в карты кто-то? Я в карты все время играл. Представляете? Но пришлось потом учить английский. В итоге все научу. Я нормально, у меня тут этот, я интервью. Давай. Миша. А какая? Егоров. Как? Языка нет, да? Давайте. Изменено. Решение изменено. После просмотра решение определено. Финальки. Дима, Пенка, прям объяснить можешь? Рэф! Это желтая за симулятор. Это нечестно. Я пойду в спорткомитет против таких судей. Все. Молодец! Давай! Давай, забивай! А на футболке меня расписались многие. Покажи. Я у кого попало брал. Я у многих просто не видел, пока в толпе были. Подождите, пожалуйста. Пацаны, ты гений. Спускаться сделаем. Спасибо.
здесь! Локомотив здесь! О, ребята, Фиба! Локомотив, о! Это же работает в клубе. Что это за клуб? Я шучу. А то сейчас поснимают, потом выложат, что я сказал, что плохо будет. Спасибо, парни. Ты как? Давайте будем фотографировать? Да, давай. А можете вы? Вот на этой грех. Ну что там режим 0.5? Все, раз, два, три, смотрим. Готово. Андрей, спасибо вам. Все, ребят, спасибо.